Итальянская теннисистка Камила Джорджи, 8, завершила выступление в одиночном разряде на травяном турнире категории International в Ноттингеме, Великобритания. В стартовом матче она уступила словенке Далилии Купович со счетом 6-7, 4-7, 2-6. Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Победительница выполнила 10 подач на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта из 4. На счету Джорджи 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 2 упущенных брейкпоинта. Во втором круге Купович встретится с победительницей матча Магдалина Фрех, Польша, Эльде, Чжен Сайсай, Китай, Кью. Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем сразу после Ролан-Гаррос. Пройдут первые турниры на траве, мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединенный Херцогенбосх.